Всем привет! Продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников. Интересные работы. Неизвестный мастер. Голова куницы. Около 1559 года золото с эмали. Рубины, гранаты и жемчуг. Высота 8. Данная роскошная голова куницы считается тем изделием, которое было скопировано Паоло Веронезе в портрете графини да Порта во время ее беременности. Образ этого животного связывался не только с влиятельностью и богатством владельца, но и символизировал плодовитость женщины. Изготавливали специальные амулеты, служившие оберегом для растущего плода в лоне матери. Также со времен античности куницы приписывалось целомудрие, знак чего на ее носу часто изображался голубь, имевший реминесценции на тему Святого Духа, непорочного зачатия Марии. В пышности отделки и декоративных мотивах присутствует влияние греко-римской античности на искусство Ренессанса. Это проявляется главным образом в применении растительных завитков, пальметок и рельефного орнамента. Всплеск интереса к изысканным и искусно выполненным украшениям свидетельствует, что ювелирное дело Италии переживало расцвет в период Возрождения. Ну, вот такое описание к работе «Голова куницы» неизвестного мастера около 1559 года я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». До свидания.